Грунт подсыпается только в том случае, если у нас там есть заболоченность. Да? Тогда мы делаем там щебеночное основание, подсыпку грунта, все это углубляемся и потом ставим растение. Если этого нету, если это суглинок, если это не синяя глина, то спокойно ставим его на основание, фиксируем, просыпаем первый слой грунта, выбираем лицевую сторону, просыпаем грунтом, растение обязательно проливаем. В данном случае я буду проливать лейкой, потому что система автополива сейчас у нас отключена, и поэтому придется вылить таких, наверное, ну, в нижний слой леек 5-6. Вот мы просыпаем прям обильно для того, чтобы наша почва уплотнилась, для того, чтобы у нас не было завоздушенности, и наш грунт плотно-плотно прилег.